Ну и сегодня мы с вами снимаем новый барабанный кавер для Иры. Ну, в смысле, мы с Ирой снимаем новый барабанный кавер. Сейчас надо будет поставить вот эти вот лампочки. Я пока не уверен вообще, что из этого выйдет, потому что непонятно, как это будет на видео выглядеть. Но я вам обязательно все покажу. Мы, короче, тут на днях поставили лампочки для того, чтобы все это было удобнее снимать. И посмотрите теперь, как все это дело выглядит. Это получается специально контровой свет, очень яркий. Вот такой вот, который очень круто освещает установку с задней стороны. Но сейчас часть их поменять придется. Ну или давайте покажу, как это выглядит просто, если свет в комнате погасить и закрыть окно. Ну, типа вот так вот, короче. Вообще, я, конечно, планирую сделать так, чтобы было два кадра. Один вот в этом ультрафиолете такой, а второй освещенный. Поэтому надо будет снять сначала одно, потом снять второе. И вот как это все потом дело собирать, это уже сломает мне голову сейчас. Ну а теперь это все предстоит скопировать на компьютер, все попытаться это смонтировать. Часть вы уже, наверное, видели. Не знаю, напишите мне в комментариях, что как получилось вообще. И давайте увидимся завтра. Я сейчас все это дело сделаю и, наверное, через часик уже спать упаду. Покидаю.